Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада «Мысли мужчины о вас сегодня». Итак, у нас три варианта. Давайте будем начинать. Что между вами с этим мужчиной? Что в вашей паре? Что между вами? Информация, по которой вы можете узнать, ваш ли это вариант, ваша ли это ситуация, или, возможно, нет. Итак, первый вариант, второй вариант и третий вариант. Что между вами сейчас? Что он думал о вас сегодня? Какие мысли в его голове? Что он о вас думает? Что в чувствах, что на подсознании, какая вы в его глазах. Что чувствует к вам сейчас? Что он к вам чувствует? Намерения мужчины. Каковы его намерения? Готов ли он к действиям? Или находится в каких-то раздумьях, фантазиях своих? Второй вариант. И третий вариант. Я бы хотела сегодня взять еще подсказку для вас, как вам себя вести, чтобы получить желаемое от этого мужчины. Итак. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. Мы будем начинать. Прислушайтесь к своей интуиции. В любом случае, первые карты укажут вам, ваш ли это вариант. Итак, первый вариант. Что между вами сейчас? Что между вами происходит на сегодняшний день? Я скажу так, мужчина вас очень заинтересован, вы нравитесь этому человеку, у него есть какие-то чувства, желание как-то в вашу сторону продвигаться, желание ваших чувств, желание ваших эмоций. Вы для него очень таинственная, очень маящая, очень такая женщина притягивающая. Что между вами сейчас? Я бы сказала, что мужчина, как-то готов бороться за вас. Я скажу так, что вы симпатичны, вы нравитесь этому человеку. Будь это, возможно, новое какое-то знакомство. Но на сегодняшний человек, возможно, мало вас знает. Вы как некая тайна для него. Да, вы маните, да, вы притягиваете этого человека. Безусловно, вы очаровательны в его глазах, потому что вот карта Луна, она говорит именно женская энергия его притягивает, он тянется к вам, он как наслаждается рядом с вами, он, я бы сказала, если он с вами, этот мужчина гордится, да, вами, что вот такая женщина рядом с ним, что вот такая женщина с ним в отношениях. Но на сегодняшний день я скажу, что есть ощущение, что ему как надо бороться, ему надо пройти некий этап, ему еще надо вас добиться,
Еще надо к вам как-то прийти, да, дабы заслужить, надо что-то пройти, некие препятствия, доказать свое право быть рядом с вами. И я скажу так, возможно, вы ждете от этого человека действий. Возможно, я вижу, что некие проявления, слова, да, есть от человека, или некие намеки, или некие, вот я даже буквально скажу, вы пересекаетесь с этим человеком, и вы видите, что вы ему нравитесь, но человек, возможно, медлит, возможно, человек, знаете, как-то и подает знаки, что вы ему нравитесь, но каких-то реальных движений в вашу сторону нет. Вот это ситуация, он, знаете, он как собирается... Он как обдумывает, он как собирается. Да, вы нравитесь ему безумно, притягиваете его, но есть какой-то момент, как ему надо что-то делать. Оно так просто не идет ему в руки. То есть, или, возможно, вы в отношениях, но дабы получить то, что ты желаешь, ты должен сделать конкретные шаги. Нужны некие действия со стороны мужчины. И я не могу сказать, что здесь прям такие развитые отношения. Нет, это больше или некая переписка, некое, знаете, такое притяжение друг к другу, или новое знакомство. То есть ситуация, когда человеку нужно доказать свои чувства, показать свои чувства, как-то делать какие-то конкретные шаги в вашу сторону, потому что вы выпали очень сильным арканом, вы выпали старшим арканом. Этот человек, он когда он тянется, он идет в вашу сторону, но пока что он не рядом с вами. Вот так вот, он не рядом с вами. Ну хорошо, давайте посмотрим мысли этого мужчины о вас. Ну вот опять, понимаете, у него есть это ощущение, что как ему еще нам предстоит, да, как-то разрушить некие стены, дабы достучаться к вашему сердцу. Ну да, девочки, да. Я скажу, что он думает, что вы та женщина, которой можно как-то стабильности прийти. Да, вы женщина, которая ставит перед ним некие задачи, я бы так сказала. Желает от него неких действий, стимулирует мужчину на действия. Вы великолепны в его глазах. Вы знаете, дарящее наслаждение, дарящее изобилие, счастье. Такая, знаете, такой выр эмоций, выр таких чувств к вашу сторону. Вы очень нравитесь этому человеку. И считает он с женщиной такой, знаете, стабильной, прекрасно подходящей для отношений. Вот такая, знаете, как некая твердость. И есть у него такое понимание, чтобы прикоснуться вот к этому счастью, чтобы быть рядом с этой женщиной, вкушать, знаете, это сладострастный этот плод, и ему нужны действия, ему нужны действия. Потому что это та женщина, которая сама не придет, она ждет действий от тебя. Она ждет действий. И знаете, как смотрит? Ну давай, покажи мне, достоин ли ты меня, достоин ли ты моих чувств. Вы, как знаете, вы уже с этим кубком в руках, но вы на месте, вы не собираетесь бежать за этим человеком, вы ждете действий от него. Ну что ж, интересно, давайте посмотрим. Я хочу взять еще две карты, все-таки мысли мужчины о вас. Ну да, желанная женщина, безусловно, желанная женщина. Очень интересная, эрудированная, образованная, интересна в разговоре, умна. Умна, мудра, вы знаете, потому и я жду, я не собираюсь за тобой идти, я не собираюсь за тебя делать какие-то действия. Я жду действий от тебя. Я жду шагов от тебя. Я жду, знаете, а достоин ли ты меня? Вот такое, знаете, впечатление. Но вы в его глазах, безусловно, прекрасная женщина. Ну да, я скажу, что есть чувства по аркану влюбленных. У этого мужчины есть чувства к вам. Такое, возможно, это некое зарождение, но притяжение к вам, безусловно, существует. Безусловно, есть такой момент, что как он
Мало действует, да? И вот кажется, вот какие чувства, почему не действует? Почему при таких чувствах мужчина так, знаете, как-то не спешит развивать отношения? Почему ты не спешишь развивать отношения? Вы знаете, то, что настоящее, оно не терпит спешки. Он как, знаете, искренность, да, свою, а настоящее ли это чувство, или это, знаете, как на энергию некое наваждение. Мужчина как в начале пути, очень вероятно, что это новое знакомство. Он желает вас узнать, и чувство в нем просыпается к вам, и вы желанная женщина в его глазах. Но вот на сегодняшний день, вы знаете, он желает, чтобы эти отношения развились, он желает, чтобы эти отношения как-то двинулись с одной точки. Но как-то вот как в начале пути, знаете, как человек стоит перед закрытой дверью, еще размышляет, еще думает, собирается с силами. Но есть желание рискнуть, открыть и получить, знаете, будь уже что будет, потому что притяжение просто грандиозное в вашу сторону. Но давайте посмотрим, что в сердце, что на подсознании у этого человека. Ну вот это вот как стою перед дверью, вот. Я хочу войти, я хочу этих чувств, я хочу эту женщину, великолепную женщину. Но эта женщина непроста, она, знаете, умна, она как-то надо соответствовать этой женщине. Вот что, потому что вы идете очень сильно. И этот мужчина думает о том, а соответствую ли я этой женщине, а может ли быть у нас любовь. Как-то, знаете, не отошьет ли она меня, смогу ли я потянуть, да, такую женщину, такие эмоции, потому что здесь женщина видна и умом богата, и красотой. Давайте посмотрим еще на чувства этого человека. Я бы сказала, что да, стремление в вашу сторону безусловно есть. Вы очень интересны этому человеку, но и есть некое, знаете, состояние раздумий, состояние, как я еще в раздумиях, соответствую ли я этой женщине, могу ли я быть рядом с ней. Ну, уже второй раз выпадает влюбленный, я скажу, что чувства у него есть. И большая страсть в вашу сторону, да. Но и есть, знаете, состояние некого, а вдруг, да, не получится, а вдруг, я как-то недостоин этой женщины, а вдруг я ей не соответствую? Вот так вот. А нужен ли я ей? Вот такие чувства у него. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим намерения, будут ли действия с этой стороны. Мужчина желает этих действий. Да, девочки, действия будут. Мужчина этих действий желает. Мужчина желает пройти эту трансформацию. Мужчина желает развить эти отношения и быть действительно достойным вас, мужчиной. Я бы даже сказала, что вы очень на него благотворно влияете, на этого человека. Он как хочет быть лучшим. Не только в ваших глазах, но и вообще. Вы как-то знаете, вот он как чувствует, что к вам надо как-то тянуться. Вы та женщина, к которой нужно тянуться. И у него, знаете, такое и душевное притяжение в вашу сторону. И как-то есть, знаете, как ему хочется быть лучше. Ему хочется как-то проявляться лучше, быть лучше, быть успешней, быть лучше и в ваших глазах быть победителем, быть достойным такой женщины. Но я скажу, что мнение о вас на сегодняшний день очень высокое. Очень вы привлекательная женщина, такая гордая, самостоятельная, не спешит, не летит, как-то вот все очень, знаете, вот как королева на своем троне восседает и ждет от тебя действий. Достоин ли ты быть рядом со мной? Вот такое впечатление у этого мужчины, что действительно женщина достойная. Достойная вот для стабильных отношений, для красивых отношений, для душевных отношений. Не только страсть, хоть и страсть, здесь, знаете, бурлит мужчине, да, действительно. Будут ли действия? Да, действия будут.
Действия будут. И очень, знаете, такие весомые, и очень такие, ну, как сказать, целенаправленные и уверенные, да? Мужчина вот как-то уверен, что вы ему нужны. Давайте посмотрим, как вам себя вести в данной ситуации. Ну, вы сами по себе солнце. Вот и знаете, как светите, грейте, принимайте эту любовь этого мужчины. И если он вам симпатичен, да, если он вам интересен, показывайте свои чувства, не скрывайте. Для него это очень важно. Для него это важно. Но я скажу, что радуйтесь, позвольте себе быть счастливой. Позвольте этому человеку проявляться в свою сторону, если вам это интересно. Вот такой вот у нас был первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Буду очень рада. Мы идем дальше. Итак. Второй вариант. Что между вами на сегодняшний день? Так. Интересно. Я скажу, что между вами. Возможно, мужчина действительно сильно занят. Сильно занят. Много работает. Но между вами как... Некий разговор, да, произошел. Давайте будем брать еще. Потому что здесь, если у вас рабочая обстановка, если вы знакомы с этим человеком по учебе, по работе, здесь очень вероятно. И здесь есть такой момент, как вам нужен разговор. Вам надо как по душам поговорить. Потому что такое впечатление, что как и мужчина, что-то хочет вам сказать, как и вы имеете, что сказать этому человеку. Между вами есть что-то, есть какая-то вот на счастье, да, надежда на счастье. Вы нравитесь друг другу, вы симпатичны друг другу, вы, возможно, действительно связаны по работе с этим человеком, по учебе или просто, знаете, как в реальной жизни вы сталкиваетесь с этим человеком. Ну, давайте посмотрим еще, что между вами. Что между вами с этим мужчиной? Почему-то идет, что как человек очень хочет с вами поговорить. Нужен разговор вам как по душам. Покажи, что между вами. Угу. Вот что между вами. Вы знаете, между вами могла произойти вот... Какие-то, знаете, сомнения, правильно ли я поступаю, но вы поступаете правильно в данной ситуации, как по судьбе, но вот на сегодняшний день некое молчание между вами. Здесь может проиграться такая ситуация, что это какая-то, да, была, есть какое-то зарождение, да, вот вы интересны друг другу. Но и есть какие-то сомнения, а правильно ли я поступаю, правильно ли я действую. И вот оно в этой ситуации, как мы нравимся друг другу, как-то вот застыло. Вот как-то на одной точке оно находится. Или между вами какая-то вот обида, размолвка, ссора какая-то. Что по судьбе? Покажи нам, что по судьбе. Угу. По судьбе вот как-то быть влюбленными. Ну да, мужчина, вы мужчине нравитесь. Мужчина буквально, знаете, такая ревность. Здесь может проиграться ревность. Здесь может проиграться ссора. Здесь может проиграться ревность. Здесь может проиграться, когда ситуация, как мы нравимся друг другу, но нам нужен как-то откровенный разговор. Откровенный разговор. Мужчина желает этого откровенного разговора, потому что, возможно, он где-то ошибся. Возможно, он где-то поступил неправильно и как-то чем-то вас обидел. Но ему, как знаете, осознание по Верховному суду, как пришло осознание, что я люблю только эту женщину, что мне нужна только эта женщина, что есть чувства к ней. Но здесь очень вероятно, что как вам нужен разговор. Возможно, вы в ссоре. Возможно, вы в каком-то, знаете, недопонимании. Но я скажу, что есть карты, которые указывают на то, что
что есть между вами чувства, что есть между вами связь, что не просто так, что вы не просто, знаете, как случайно встретившиеся люди, что у вас есть какое-то притяжение друг к другу и есть, ну, в крайнем случае я скажу, что мужчина вам благосклонен, он как-то имеет к вам чувства. Хорошо, если у тебя есть чувства к этой женщине, почему вот такая ситуация некой обиды между вами? Почему ситуация некого, правильно я поступаю, неправильно я поступаю, сомнений, почему? Ну, девочки, десятка кубков. Какая-то ошибка вот связана именно как или... Ваши надежды мужчина, знаете, как-то не оправдал. Или где-то как-то вот чем-то вас обидел. Но я скажу, что вот карты, которые указывают, что между вами, я бы сказала, что вы, возможно, даже и в серьезных отношениях были с этим человеком. Или имели большие надежды, и как-то этот человек вас обидел. Но вот на сегодняшний день он понимает, что он, знаете, как совершил ошибку и нуждается в разговоре, желает как-то выяснить с вами отношения. Чем ты обидел эту женщину? Ну вот как-то все идет мечта. Не оправдал ваших надежд, не оправдал вашей мечты. Интересно. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я вижу, что мужчина очень хочет разговора. Очень хочет прояснения ситуации. Возможно, между вами есть какие-то сложности, между вами есть какие-то недоговоренности, какая-то, возможно, ссора, возможно, неприятный разговор, который вот как-то... Или ситуация застывшая, да? Отношения не развиваются. Отношения, возможно, не развиваются. Ну, давайте посмотрим мысли мужчины о вас. Мысли мужчины о вас. Ну да, он видит, что вы как-то холодны. Возможно, вы в обиде на этого человека. Он размышляет о том, а есть ли шансы возродить эти чувства, потому что этого роста он желает. Здесь очевидно, что есть между вами какой-то момент некой ссоры, некой ситуации накаленной, потому что нужен разговор, нужно прояснение отношений. Он размышляет, что вы в обиде на него, что как-то шансы некие утеряны с вами. Как-то он где-то ошибся, этот человек. Давайте посмотрим еще. Мысли мужчины о вас. Угу. Здесь вот такая ситуация. Мужчина намерен. Мужчина желает как-то проявляться в вашу сторону с серьезными, с любовными отношениями. Но как-то на сегодняшний день впечатление, что как вы не желаете этого разговора. Или мужчина думает, что вы в обиде. Вы не хотите с ним как-то общаться, вы не хотите с ним видеться. Или, возможно, ситуация такова вообще в вашем случае, что вы на расстоянии. И какие-то шансы, да, с этой женщиной построить что-то большее, ну, малы в его понимании. Что как-то она закрывается от меня, она в обиде на меня сейчас, она как-то не желает принять мою любовь. Его мысли о вас, да, вот он в каких-то размышлениях, как ему поступить. Его мысли о вас, что вы недовольны той ситуацией, которая вот сейчас. Вы недовольны, как-то что-то ему нужно предлагать вам большее, что-то как-то развивать, идти дальше, так как сейчас оно вот вас не устраивает и вас не интересует. Но у него есть глубокие чувства в вашу сторону, есть чувства. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что в чувствах у тебя. Покажи нам, что в чувствах. Он одинок, он как-то, знаете, вот такая ситуация, что ему без вас одиноко. Несмотря на то, что, возможно, этот мужчина может, знаете, задирать хвост и рассказывать, какой он крутой, но ему без вас одиноко, он по вам сильно скучает. Вы для него очень желанная, очень притягательная женщина, женщина, которая неприступна для него на сегодняшний день. Но дело в том, сколько бы женщин ни было вокруг, ему нужны именно вы, потому что именно по вам он скучает здесь.
Мужчина тоскует, мужчина скучает. Мужчине вам очень сильно не хватает вас. Что у него на сердце, да? Давайте посмотрим. Он смотрит ваши фотографии, он смотрит, возможно, читает некую вашу переписку. Он как-то скучает. Скучает по каким-то вашим разговорам. Ну, вы прекрасная женщина в его глазах, конечно, и он желает продолжения этим отношениям. Он желает развития этим отношениям. Вот вы прям, знаете, здесь выпадаете такой родной, такой близкой, такой нежной, такой женщиной, очень-очень желанной. И он очень сильно по вам скучает. Вы знаете, здесь может быть очень разная ситуация. Возможно, вы и расстались с этим человеком. Возможно, он и понимает, знаете, когда-то при ссоре он как-то, мужская гордыня в нем играла, а сейчас пришло ощущение, осознание, что ну я же люблю эту женщину, но она же мне нужна, действительно. И вот она в обиде, и вот как к ней подойти, как разрубить вот этот лед. Нужен разговор, нужен искренний разговор. Давайте посмотрим, а готов ли он действовать, этот мужчина? Готов ли он к действиям? Угу. Вот вы знаете, что... Да, весь расклад говорит о том, что между вами есть ссора. Есть какое-то расставание. Намерен ли он действовать? Вы знаете, ему как-то тяжеловато. Ему тяжеловато. Но по старшему аркану справедливость, вы знаете, он как-то хочет выяснить, а что же осталось и есть ли у него шансы. Его чувства к вам очень искренние. И на сегодняшний день у него буквально болит сердце. Он тоскует по вам, он переживает эту ситуацию. Не думайте, что ему все равно, даже если он транслирует, что вот это его все не интересует. Нет. Вот по старшему аркану справедливость у него действительно болит сердце. Хочет ли он действовать и будет ли он действовать? У него есть такие намерения. Но как-то он, возможно, еще, знаете, как-то в раздумьях неких. Ну, давайте возьмем еще возьмем карту. Будет ли он действовать? Ну, я вижу, что сердечная боль. Мужчина переживает. Вы знаете, что здесь даже может быть буквально вы где-то там разошлись, и вам кажется, что его ничего не интересует. Нет, он печалится, он желает разговора, он желает выяснить между вами ситуацию, он желает каких-то шагов, прояснить истину. Прояснить истину, это конец? Как-то вот ему интересно прояснить, конец ли это, да? Или я еще нужна? Или я тебе еще нужен? Конец это, или я тебе еще нужен? Я скажу, что очень вероятен у вас разговор с этим человеком. Разговор по душам. Разговор, когда... Вот знаете, есть такой разговор, который вот ни о чем. Посмеяться, о погоде, о ком-то, о чем-то. И есть разговоры, которые очень важны, которые двигают отношения. И вот этот человек желает именно такого разговора. Вот с первой карты этого расклада и вот до последней я скажу, что этот человек желает прояснить по справедливости. Мы идем вперед или это конец? Или я тебе еще нужен, или я важен для тебя. Вот так вот как-то. Но вижу, что или он вас обидел, или какая-то ситуация между вами, когда вы как-то островато реагируете на него. Возможно, не идете на контакт так, как раньше. Некое охлаждение между вами произошло. Давайте посмотрим, как вам себя вести, дабы добиться желаемого от этого человека. Вы знаете, вам как-то разобраться надо в себе, вспомнить какие-то приятные моменты. Возможно, не все так плохо в ваших отношениях. Возможно, есть чувства. Я бы сказала так, посмотреть со стороны на то, что было. И как-то взвесить, да, сколько было хорошего и сколько было плохого. И нужен ли вам этот мужчина в жизни. Потому что идет некая карта ностальгии, воспоминаний. Как вам себе, вам как надо с собой разобраться, в себе разобраться. Нужно ли вам эти отношения, нужны ли они вам? Потому что человек придет,
Человек придет с разговором, человек желает прояснения, потому что он еще любит, и он вернется к вам. И вы должны, как вы, будьте готовы к тому, что вы опять встретитесь, что вы какой-то будет между вами разговор, какое-то будут воспоминания, помнишь, как было. Этот человек, он будет как-то вам напоминать, что нам было хорошо вместе. Вот такой вот у нас вариант второй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду очень рада. Мы идем дальше. Итак, давайте смотреть. Третий вариант. Что между вами сейчас? Так. Так. Что между вами сейчас? Какая-то пауза. Время. Возможно, вы на расстоянии с этим человеком. Покажи, что между ними сейчас. Я скажу, что вы на расстоянии, и все зависит сейчас от действий мужчины. Как-то все затянулось во времени, как-то вот все, знаете, ни шатка, ни валка. Вот как-то так. Вы ожидаете. Как-то все в руку, все в его руках, как он. Хорошо, покажи мне. Угу. Угу. Очень много старших арканов. У вас серьезная ситуация в отношениях. У вас ситуация, когда человеку нужно выбор сделать, но я бы даже сказала не среди двух женщин, а сделать выбор как самим собой, да, как-то перейти к активным действиям, как помогу, да, взять все в свои руки, идти к своей мечте, быть счастливым, или как-то остаться в одиночестве и самим собой, да, в каких-то размышлениях, в таких каких-то самотерзаниях. Ну что ж, покажи нам еще, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Между вами расстояние, между вами какая-то, знаете, ситуация, когда вы как-то стараетесь обрести некую гармонию. Вы стараетесь как-то побороть свои какие-то сомнения. Здесь буквально идут сомнения. Сомнения. Как-то обрести гармонию, подобрать меру нужно. В отношениях есть какой-то момент. Я не скажу, что это какой-то как выбор надо сделать. Мужчине надо сделать выбор, как ему действовать дальше. Идти навстречу своему счастью, развивать эти отношения или закрыться от вас. А судьба указывает, что именно вы, знаете, та женщина желанная и та женщина, с которой он должен быть. Почему у него такие сомнения? Давайте посмотрим. Почему мужчина в сомнениях? Почему вы в сомнениях? Почему вот какая-то ситуация затянулась во времени? Почему так случилось? Угу. Вы знаете, что, возможно, какие-то предыдущие отношения, ваши, его, какая-то остановка в отношениях по причине занятости, по причине каких-то дел, невозможности встретиться. Но я скажу, что у вас есть чувства, что есть чувства взаимные, что этот мужчина действительно, понимаете, закрыться от вас и быть в таком холоде, и быть в таком каком-то, знаете, тяжелом состоянии, когда я как одинок.
или идти к своему счастью? Конечно, идти к своему счастью. Это какая-то некая пауза, некая ситуация застоя, нету перемены отношений, нету каких-то движений со стороны мужчины. Это временно. Это временно. Ситуация по причине какого-то застоя вообще в его жизни, застоя в делах, застоя, вот границы закрыты, какое-то состояние, да, финансовое, возможно, или какие-то дела, проблемы человек решает, но у него есть чувство к вам, и вы, у него есть такое ощущение, что вы женщина по судьбе, манящая, желанная, вы очень нравитесь этому человеку, очень нравитесь. Если ваши отношения сейчас, знаете, как-то вы сомневаетесь, а интересно ли я этому человеку, а может он как-то потерял интерес ко мне, нет. Нет, он к вам интерес не потерял. Это какая-то временная ситуация, когда он как находится в какой-то борьбе, он решает какие-то свои вопросы. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим дальше, что он думает о вас. Что думает о вас этот мужчина? Ну, девочки, все отлично. Вот смотрите, три старших аркана. Три старших аркана. Да, ситуация, возможно, сейчас вот такая, знаете, как-то непонятная. Нет какого-то четкого движения, развития отношений. Как-то, возможно, все как времени немного затянулось. Но этот мужчина видит и знает, что вы его завтрашний день. Что вы та надежда, вы то солнце, к которому он стремится. Вы великолепная женщина, великолепная мать. Возможно, вы еще станете матерью. И он как видит вас эти задатки прекрасной женщины, нежной, насыщенной женщиной, которой... Знаете, как-то, вот буквально, знаете, как урожай сыпется, как яблоки свежие, пахнущие. Вот какое-то вот такое впечатление некого душевного спокойствия рядом с вами, некой радости рядом с вами. Мужчина думает о вас очень много, очень много. Он как-то не может оторваться, но ситуация такова, что как-то он... Связан некими событиями жизни. Он связан некими обстоятельствами. Я не могу сказать, что здесь мужчина не проявляется. Нет, девочки, я вижу, что здесь мужчина как борется за свое счастье. Что он борется за свое счастье. И даже если ему тяжело, он не может от вас отказаться. Он как есть у него такое осознание, что если я как-то прекращу эти отношения, или женщина прекратит эти отношения, я просто, знаете, как в некой депрессии буду. В тяжелом состоянии я буду. Потому что эта женщина, дарящая счастье, дарящая любовь. И вообще у него такое ощущение, прекрасная женщина, чтобы связать с ней свою судьбу. Ну что ж, давайте посмотрим еще мысли мужчины о вас. Вы знаете, мужчина очень много думает, очень много думает. Почему-то ситуация сложноватая в ваших отношениях. Но я не вижу, что мужчина как-то опускает руки. Нет, он борется. Он боится вас потерять, он боится вас упустить. Он понимает, что как-то сложная ситуация между вами, но упустить вас он не желает. Здесь может проиграться такая ситуация, что кто-то не свободен. Кто-то не свободен. Или ситуация, когда действительно расстояние, и это уже долго, и это уже как-то, знаете, вам, возможно, поднадоело, вы желаете действий со стороны мужчины, вы как-то в раздумьях, да, будет ли, получится ли что-то из этих отношений. Но мужчина борется, он борется за ваши отношения. Ну, давайте посмотрим еще. Мысли мужчины о вас. Вы знаете, он получает от вас то, что он не получает ни от кого. Не получает он ни с одной женщиной того, что как вы даете без каких-то... Даете очень много сил, даете много энергии, эмоций этому мужчине.
Он как-то получает то, что ему очень нужно в ваших отношениях, то, что ему очень нужно вообще в жизни. Какое-то вот как-то ему не хватает вот этого тепла, женского внимания, ласки. Вы желанная женщина для этого мужчины. Что он думает о вас? Мудрая, прекрасная женщина. Хороша собой. Хороша собой, безумно, интересно. Но женщина, которая как загадка, я не знаю, что, как мне ее разгадать и как к ней достучаться. Но я скажу, что, конечно, есть желание как-то. Он видит вас, ту женщину, вот императрицу, да, женщину-спутницу, женщину-хозяйку моего дома, женщину-хозяйку моего сердца. Он вас вспоминает, он о вас думает. Вот я скажу так, если у вас как-то реальные какие-то отношения, это не интернет-знакомство, здесь мужчина как вспоминает каждую минуту. Он думает о вас и вспоминает, как он был рядом с вами, как ему с вами было тепло, хорошо и радостно. Мужчина думает о вас, мужчина вспоминает о вас. Мужчины есть к вам чувства. Давайте посмотрим, что у него в сердце. Страх потери, понимаете? Он как-то желает вот как-то избежать какого-то накаленного момента, перевести это в серьезные отношения, в стабильные отношения, как-то закрыть некие ваши ситуации, когда между вами как все какие-то препятствия, да, перейти, перешагнуть это все. Прийти к какому-то, какой-то стабильности, знаете, в отношениях. Желание прийти к стабильности в отношениях. Как там? Ну, давайте возьмем еще. Здесь такая ситуация, как страх потери. Страх вас потерять. Желание, чтобы все было спокойно, чтобы все было стабильно, чтобы эта женщина была моей. И как-то вот только с ней возможен рост и расцвет, и какая-то желание, знаете, как-то укрепиться, укорениться в вашей жизни. Чувство мужчины к вам. Он ревнует. Ну, здесь буквально ревность, страх потери. Ревность и страх потери. Но вы, конечно, сильно притягиваете этого мужчину. Есть такое, знаете, как в вашу сторону стремление. Стремление быть с этой женщиной. Потому что и есть настоящие чувства. Потому что и есть настоящая любовь в его сердце. Но вот сейчас почему-то вот такая ситуация между вами. Как мужчины очень много мыслей. Очень много мыслей. Но он понимает, что без вас он будет несчастным. И потому оттуда эта ревность, оттуда этот страх потерять вас. Как можно, знаете, сильнее как-то быть вместе, как можно сильнее привязать вас как-то к себе, да? Чтобы вы любили его, потому что он вас любит, потому что он вас желает. Ну что ж, давайте посмотрим, будут ли действия со стороны этого мужчины в вашу сторону. Давайте посмотрим. Да, действия будут. Да, действия будут, потому что это ему нужно. Я скажу, что здесь есть момент неких финансов. Не то, что мужчина как-то, мужчина желает, возможно, он занят на работе. Очень много за него как-то, знаете, как деньги заработать. Вот и эта ситуация некой занятости этого мужчины, она как-то его и останавливает примчаться, приехать. Но, безусловно, желание быть с вами, желание, знаете, как-то дома, семьи, быта, вас рядом, что вот, знаете, и дети, и собаки, и полон дом счастья. Вот что какие желания его. Мужчина будет бороться, мужчина будет проявляться. Я не вижу прям таких, знаете, действий, как он завтра приходит и делает вам предложение или еще что-нибудь такое. Но действия от мужчины идут в вашу сторону, и действия очень позитивные. Как-то я принимаю это женщины, но я готов с ней ее любить, да, я готов к ней проявляться, я готов ей что-то давать. Этот человек, возможно, готовит вам какой-то подарок,
Этот человек как-то вот стремится все-таки в вашу сторону пробиться, а да преодолеть все препятствия. Как-то он борется, борется за ваше счастье, за то, чтобы быть вместе с вами. Как вам получить желаемое от этого человека? Но здесь карта общения, здесь карта открытости. Здесь, знаете, как не капризничайте, открывайтесь, общайтесь с этим человеком, и он как-то, он идет навстречу вам, он желает, он как-то в себе разобрался, какие-то сомнения он отбросил, и как-то он в себе разобрался, что вы ему очень нужны. И вот здесь карта просто, знаете, как откройте дверь, общайтесь с этим человеком. В принципе, я бы сказала, что это говорит карта, что вы правильно себя ведете, что вы очень правильно поступаете, что вы, с одной стороны, стимулируете этого человека к действиям, с другой стороны, вы как-то и общаетесь с ним, но как-то оставляете ему, знаете, как зерно для размышления. Что ему нужно становиться лучше, что ему нужно как-то идти вперед и развиваться. Вот такой вот у нас был третий расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Счастья и радости вам, мои дорогие. Смелости, благородства вашим мужчинам. Всего самого лучшего и до новых встреч.